Всем привет, с вами Некромаш, и сегодня мы попробуем с вами либо получить легендарный глайдер, либо я покажу, это в зависимости как нам успех будет, либо я покажу вам, как это самое, где добывать вещи самого крутого уровня. То есть самую крутую экипировку в игре на данный момент, так как на данный момент максимальный уровень и шмоток, и персонажа — это 25. Oh shit. Вот видите, какими я тут делами занимаюсь. Я попробую все объяснить по порядку. Да что ты падаешь все время? В общем, какого хрена я тут творю? Сейчас, погодите. Ну блин, да ты что ты творишь? Мне как бы самому это уже не особо... А, понял. Там за мало места он падает. Так, да что ты, ё-моё, он меня бесить начинает. Вот, чтобы добраться до всех этих вещей и глайдера и так далее, нам с вами нужно попасть на один шпиль. Сейчас покажу все. Ну, а я просто тут этой херней страдаю, потому что показываю, как я это, как я добирался до него. Ой, бля. Ну, что за дебильство? Какого хрена? Ну, что ты падаешь? Надеюсь, я туда копаюсь. Понял. Ну блин. Ну дурака кусок. Ну что сказать. Ну иначе он туда не... Только что там стоял, сейчас уже не стоит. Вот, надо вот так прокопаться. А какого лешего? Короче, у меня видос будет полчаса. В общем, ладно, не буду я тут копаться. Тут точно час будем тут. В общем, смотрите. Вот этот, короче... Погодите. Вон тот, как бы это самое. Нам вот сюда надо залезть. Я немножко не туда залез. Вон тот шпиль, который нам нужен. Вот. Понял я тебя. В общем, не там копал. Вот. Нам надо пробраться на вот эту, короче, херню. Вот. Но будьте крайне осторожны, потому что тут есть очень гадкие птички. Одна из которых сейчас, по-моему, меня убьет.
Вот, в общем, забираю. Вот, видите, она там застряла, слава богу. В общем, забирайтесь сюда. По, короче, вот. Идете. Это погоди. Нет, не отсюда. В общем, отсюда, вот, видите, как надо проходить, какую дорогу, вот. Я проходил так. И добирайтесь до этого места. Это надгробие нельзя взять, потому что она в красной пелене. Вот. Когда забираетесь отсюда, ну, конечно, я там по дороге ставил алтари, их потом разрушал, переставлял и так далее. В общем, теперь нам надо с вами отсюда прыгать вон туда. Для этого нам не нужен какой-то супер крутой планер. Нам хватит самого, ну, короче, второго, который делает плотник. Летим вот сюда, в эту дыру. Не бойтесь. Вы видите, что красная пелена, но не бойтесь. Пролетаете здесь. И вот. И вы оказываетесь на этом. Здесь нормальное место. Тут, кстати, можно копать лазурит, который нам нужен будет. Вот, видите, он тут падает. Если что. Вот, в общем, мы сюда прилетаем, но, как говорил, будьте крайне осторожны. Тут очень опасные враги. Тут очень опасно. Ну, пока у вас нет крутых шмоток и так далее. Бежим сюда. Погодите, я сейчас вспомню. В общем, пробегаем эту херню и не лезем туда. Забираемся вот сюда. Ну и тут, как говорил, эти птички просто бесят, выводят из себя, потому что они задалбливают. Они вас будут убивать с одного удара, как, впрочем, даже и меня. Хотя у меня шмотки как бы и получше. Вот, пробегаем сюда. 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 И бежим к башне. Блин, я, кажется... Вот видите, оно там летает. И сейчас у меня будет кирдык. Если она меня увидит. И она от вас не отстанет. Вот, и бежим к этой башне, короче. Да? Древний шпиль. Да блин, что ты? Воростовая пустошь. Прибегаем сюда, открываем. Тут решаем все загадки, проходим до верха. Ну, как все как всегда, да? Помните, как это делается, да? Я, конечно, это повторять не буду сейчас. Примерно я вам показал, как сюда попасть. Вот. Блин, у меня кирка сломалась. Вот, после этого нам нужно попасть... Отсюда нам надо попасть вот сюда. Для этого есть один способ. Потому что, как, кстати, этот шпиль находится, посмотрите, он со всех сторон окружен этой, короче, красной пеленой. К нему так не пройдешь. Никак. Везде красная пелена. Вот. Нам надо вот туда, где эти грибы. Прыгаем и летим. В общем, тут будет у нас один гайд, короче. Тут будет и места, где получать самый крутой вот этот лут, да. Но, как говорил, будьте очень-очень осторожны в этих местах, потому что враги тут просто бешеные. Я даже с этим вот крутым, как бы, оборудованием получаю по ушам. Вот, сюда набирайтесь. Первый золотой ящик. Здесь падает броня вот эта, что у меня. Плюс, сейчас покажу. Плюс оружие с максимального уровня. Это первый ящик.
Второй... А, зачем я бегу? Второй ящик находится здесь. Ой, что я делаю? Блин, вообще. Вот, перемещаемся туда. Там у меня валяется лут, не обращайте внимания. Вот, тут надо обязательно ставить алтарь. Сейчас покажу, почему. Этот лут просто так лежит. Я так как мне... Еще тут кое-что надо. Вот, забегаете сюда, быстро. Очень все надо делать быстро. И умираете. Это вторая точка, где падают вот эти все шмотки. Ну, здесь иначе нельзя. Потому что там красная пелена. Вот. Иначе вы туда не, никак. Ну, если прокачаете очень сильно алтарь, то да. Тогда, может, вы туда попадете. А так никак. Вот, значит, мы попали сюда. Теперь нам надо попасть вот в это место. Это делается таким способом, что нам надо вроде сюда бежать. Сейчас, погодите, по карте гляну. А, нет, я в другую сторону бегу. Короче, вернуться опять к тому. Ну, тут тоже довольно-таки трудно, так что имейте на всякий. Хотя, не знаю. Тут довольно-таки тяжело пробежать тоже. Вот, нам надо попасть, видите, вон те здания? Вон там, видите? Где вон эти типа кости и там эта фигня. Я просто ни с кем не хочу ср... Блин, птица. Особенно с этими птицами, чертом. Потому что с ними это беда. А, блин, что ты творишь тут? Ты там надел алтари? Нечаянно. Вон, она уже с кем-то дерется. Но с ними лучше не связываться. Это не она умирает. Не думайте, что это она. Блин, а у меня стамина кончилась. Отстань, гнида. Ой-ой-ой-ой. Вот, и нам надо вот так вот лететь. Убегаем от нее. Вон там еще одна. Там у них... Блин, я сейчас... Ну, блин, ну, естественно, умереть надо. Какого хрена, блин? Ясно, понятно, почему. Стамина там. Видели сколько? Ладно, пошли зарядимся стаминой. И переместимся сюда быстро. Либо переместимся сразу туда, куда надо. Суть вы поняли, куда бежать и как. Думаю, о, видите, у меня было 100 с чем-то. Сейчас 200 с чем-то. Вот, значит, что там можно выбить, сейчас покажу. Так, где тут? Вот. Вот, смотрите, выбиваете. Это комплект старейшины. Вот, кстати, мой персонаж. Сейчас, давайте я себе положу. Вот, это чисто для мага. Если вот брать, допустим, заменим сейчас. Вот это. Вот, это полный комплект старейшин. То есть полный комплект мага. Шляпа старейшины, нагрудник старейшины, перчатки, штаны и обувь. Вот как видите. Вот так он выглядит полностью сделанный. Да? Но я, короче, делаю из него гибрида такого. Делаю вот это уже нагрудник паладина. Как видите, у меня сейчас. Вот. Потому что надо жизни и так далее. Вот такие вот дела. Да? Так, значит, ложим это назад. Это тоже назад. Это шлем паладина.
А это штаны, нагрудник и шлем орлиного сокола, то есть лучника. Так. Разобрать. Разобрать. Это все мне не нужно. Хорошо, у меня шмотки получше. Вот. Ну, этот, по-моему, я ща... Короче. Этот старый, но он тоже, по-моему, этого высокого уровня. Вот, видите, ритуальный жезл, проблеск надежды. Вот такой меч, такой топор, такой вот лук, такой меч. Короче, мы потом пойдем еще в одно место, где можно выбить тоже там особый посох. И в том ящике падает только этот посох, больше ничего. Вот. Значит, чтобы вас больше не мучить этим всем. Так, а что ты где тут валяешься? А, это где я сейчас упал, да? Походу. Ну, в общем, я сейчас туда не пойду. Не буду вас мучить. Ну, вы примерно поняли. Вам надо вот, как мы здесь вот прилетаем, да, с этого шпиля вот здесь. Вот здесь мы сюда прилетаем. И надо вот так обижать вам, добежать до сюда. Там, кстати, вот здесь есть немножко нюансы такие. Ой, точнее, с этим нет нюансов, вот с этим есть. Вот здесь, если пробегать, там непонятно, короче. Давайте сюда переместимся. Это ящик, где можно получить вот этот жезл особый. Вот, нам надо сюда. И тут, если сюда прибегать, то надо вот через эту гору, вот там вот, иначе сюда не добежить. Ну и тут, как говорил, тут везде очень опасно, везде эти птицы. Вот, когда сюда прибегаете, смотрите, вот примерно видите, где место, да? Мы идем вот сюда, видны вон эти, короче, эти кости, и нам надо вот сюда. Вот сюда, и вот получаете ткач пелены. Вот такой посох. Сейчас покажу. Но здесь падает только он, именно он, вот такой. Больше ничего не падает. Так, ну а сейчас мы с вами отправимся уже сюда. Как пройти, поняли, надеюсь. Отсюда тоже, кстати, можно туда пройти. Вот, это у нас тоже обязательно надо строить вот этот алтарик, иначе будет хреново. Вот, потом следующий фокус. Тут не обязательно надо эти все загадки решать. Просто прыгайте вот сюда, залазите. Опа. Кстати, это прикольно. Ай, нет, это не прикольно. Мне показалось, что там эти фиговинки. Вот. Прыгайте сюда. Так, где мы тут вошли? Блин, я заблудился. Кругом бегаю. Вот. Прыгайте сюда. Бежите сюда. Быстренько. И получайте шмотки. Опять получил перчатки старые. Но тут эти вот очень опасные типы. Так что вот убегаем сюда. Да? Вот все места показал, да? То есть лутаем здесь два места. Одно вот здесь, второе здесь. Оазис этот. Потом третье место здесь и еще одно место здесь. То есть вот этот вот храм. Ну а теперь мы должны отправиться за глайдером, который где-то тут. Тут смотрите,
Там за шкафом что-то, эти ловушки. Разобьешь, и кирдык тебе будет. Вот это хорошо, мне книги нужны. Тут их куча. Ну, сейчас надо будет решать загадки. Потому что я не знаю, где тут, что тут, как тут. Давайте искать. Я только знаю, что тут есть вот в таких... Ай, вон там через дырку видно. Это... Выключатель какой-то. Надеюсь, он меня не убьет. Так, а где мой лук? Я не понял. Ай, не вижу, блин. Шапшем шляпой что? Зашибись. Я застрял. Ну, блин, как меня это бесит. Оу. Как он вылез отсюда? То у меня было, что пришлось выходить из игры. Так, книжечки собрали. Ага, началось. О, смотрите, опачки. Еще одна загадочка. Осталось две. Где-то еще два этих. Разбираем книжечки. Так, опять лук. Еще одна. Вы уж не сердите, что я книжечки разбираю. Вот так, мне они нужны. Дом украсить. Ну, нам осталось одну найти, эту херобёрну. Я там кого-то слышал нехорошего. Так, где еще один этот? Выключатель, интересно. О, шит. И тут где-то эта птица гадкая сидит. Так, тут... Тут нету. А может, она с той стороны тоже какая-то дырка есть? Нет? Нет, тут дырок нет. Ушит. Блин, чуть не... Нет. Как туда пробраться-то? Туда, главное. Как будто я знаю, куда. Хм. Еще одна нужна. Это. О, а тут что? Осколки стекла. Ну, блин. Может, вниз надо? Случайно. Ну, тут эти индюки. Слушайте, может, точно сюда где-нибудь надо? Тут вон какой-то проход есть. Мне что-то там не открывается ничего. И видите, поскольку они урона наносят? Даже с этой броней. Так, ладно. Я не понимаю, где. Где находится последний этот. Но я так понимаю, что не там. Где они? А что ты будешь делать? Опять им? Застрял.
нигде ничего не открывается. Нет? А, блин. Убился. Пипец. Вот почему нужен этот. Как его? Вон, видите, она торчит. Ладно, сейчас восстановимся. Так, продолжаем. Вот, ребят, оказывается, я ее не видел. Видите? Вот мы здесь как были, бегали вокруг. Вот где эта дырка, да? Вот сюда пробегаем, и вот она. Все, открылась дверца. Погодите, где эта дверь-то? Наша. Блин, сейчас дверь не найду, да? И, боже, сейчас погодите. Минутку. Так. Все, конечно, прекрасно, но где дверь, которая нам нужна? С четырьмя этими. Или нет? Ну, блин. Ай, вот. Ждем, пока эта херня пролетит. Заходим сюда. И бежим. Бежим, бежим, бежим. На самый верх. Так. Я, как и вы, делаю это впервые, кстати. Но, кстати, здесь нужны отмычки. Да, блин. Да, блин, у меня отмычек нет. Ё-моё. Как так-то? Ну, короче, вы поняли. А где мои отмычки? Ясно, понял. Извиняюсь, сейчас все сделаем. Так, давайте тогда назад домой. Вот чем бесят эти птицы. А их невозможно, они с одного удара вас убивают. Какая бы броня. И, ну, я видел, что люди их свободно убивают, но там, наверное, последнего уровня маги, там, с которых урон охрененный. Они, да, гасят, но точно не я 13 уровня. Это птица 25 или 30, я не помню. Ладно, давайте сделаем. Пожертвую я немножко. А, ну, кстати, вот перчатка старейшины. Давайте положим туда. Да. Вот. Так, значит, разобрать. Это разбираем. На денежку. Алтарь оставляем на будущее, на потом. Да? Так, что дальше? Даже два алтаря у меня. Так, естественно, все чиним. Так, забираем. Что я там говорил? А, надо это сделать. Отмычки. Давайте 5 штучек сделаем. Так, отмычка. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Оставляем. Ну, иначе там никак. Так, вставляем. Ну, естественно, давайте дождемся утра. Тут, как видите, у меня... Я не помню, я говорил. Вот тут стульчик. Тут ванная. Это самая раковина. Тут вот стол с этими. Ковер. Новая кровать. Новый камин. Но сейчас я буду делать опять новую кровать. По-моему, я это уже показывал, возможно. Так что, если что, не сердитесь. Так, у нас утро. Кстати, вот этот меч. Вот этот вот. Очень классно. Видите, он светит.
Давайте я еще проверю, у меня есть там что усилить? Или... Не, все нормально, все. Все максимум. Да-да-да. Успокойся. Все, отправляемся туда. В этот наш храм. Да. Перемещение. Ну, сейчас по-быстрому, потому что нам не надо будет все открывать там. Вот. Бежим сюда. Ну, блин, она опять там. Прыгаем сюда. Как она меня достала. И я опять забыл, где эта дверь. А, помню. Где электричество? Эй. Ну да, правильно. Да. Блин, чуть не сдох. Ой-ой-ой-ой. Чуть не доигрался. Так, погодите. Ух. Жри ягодку. Быстрее восполнялась. Что там у нас еще есть? Такого. Ничего. Да? В общем, быстренько. Вон она, собака такая. Куда это я забежал, блин? Неужто я ее обманул? О, тут еще ящик есть. Ага, обманул, блин. А там еще ящик. Ну, блин. Погодите, а где та дверь, которая мне нужна? А, ну понятно, что она бесится, видите? Тут ее гнездо вообще-то. Да, они тут гнездятся, кстати. И вон второе гнездо, кстати. И третье гнездо. Куда это я? А, понял. Уйди от меня. Давай быстрее ты. Е. Слушайте, я выжил как-то. Фу, я как-то сумел выжить. Все, сейчас восполняем жизни. А где тут этот глайдер, блин? А, мне еще туда надо забираться. Правильно я понимаю? Что-то я не понял. Ай, вот, еще сюда надо... А, во. Ни хрена себе. Вон, на самую вершину башни залезть. И, пожалуйста, получаете призрачный глайдер. Дальность 250, скорость 25, выносливость 4. Теряешь. Ну, естественно, мы его берем. Крылья победы. Найдите необычный планер. Вау. Отсюда еще и полететь куда-то. Слушайте, а там еще что-то есть? Видите? Опа. Или это чтобы улететь отсюда? Мне страшновато сюда лезть. Ну хотя, а, ну понятно. О, тут еще ящик есть. Небесная грань, что это? Давайте куда-нибудь отсюда улетим. Вот, чтобы она нас не нашла. Ой-ой-ой. Отстаньте от меня. Давайте сражайтесь там с... Она... А вы ей очень нравитесь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Сори, братья. По разуму. Ну вот, поняли, да? И тут, кстати... А, ну не тут. Ну вот, как-то так. Все, отправляемся, значит, с ББ.
быстро-быстро отсюда. Валим, валим домой. Вот, ну остальное как бы, как лутать, вам, наверное, не надо объяснять, вы и так знаете, что просто перезаходите в игру, и все возобновляется, да? Как пример сейчас покажу. Входим в главное меню. Играть. И просто прыгаем по этим алтарям своим. Вот бах. А, блин, кстати, там щит можно надеть, по-моему. Там очень крутой, по-моему, щит этот. И да, 9 блок. Вот. Лучше, чем мой. И этот, естественно, экипировать. Вот у меня было 4 блок, 27 сила, 110, да? А у меня сейчас 9 блок, 87 сила, 130 максимальная прочность и плюс еще 10 сопротивления к пылине дает. Ну, а этот уже вы видели, да? Вот так что у нас уже еще на 10% у нас пелена. Как бы это самое. Вот, забегаем опять сюда, да? Кстати, получил шлем этого. Ну, тут, естественно, мы умираем. Тут даже сразу убивает. Ну, кстати, вот вам меч. Ой, не меч. Шлем лучника. Вот он такой. Видите? Ну, по-моему, он у меня там был уже. Что, не был? Вот, и опять лутаетесь, если вам что надо. Мне уже как бы ничего не надо, поэтому я... Ой, отправляюсь домой. Бежим к этому ящичку. А может и был он там. А, и он есть. Так, вот. Ну, пусть будет вот тут. Тебя тоже сюда положим. Кстати, мы гранаты получили. Вот как-то так, ребята. На этом все. С вами был Некромас и игра Enshrouded. Вам приятных ощущений в игре. Приятных находок, здоровечка, удачки и до новых встреч. Все ссылочки в описании, как всегда. Пока-пока, до новых встреч.